9 февраля в Полюстровском парке прошел районный этап акции «Лыжня России». Только по предварительным подсчетам в ней приняло участие более 1500 человек. Благодаря специально подготовленному маршруту, даже для лыжников-новичков не составило труда показать отличные результаты. Мы подготавливали трассу на протяжении недели, то есть у нас есть специальное оборудование для прокладки трассы, это бураны со специальным бараной. В принципе, мы здесь прокладываем трассу для жителей, но именно профессиональную, и вот для большого количества людей мы старались задолго до мероприятия. Желающих преодолеть дистанцию было так много, что приходилось давать масс-старт несколько раз. На выбор можно было пробежать один или два круга, а по окончании пробега каждый мог подкрепиться на полевой кухне. Лыжня прошла отлично, я впервые приехала сюда, ехала по обычной трассе, и, собственно говоря, все участники этой лыжни были адекватные. То есть я на лыжне впервые, а на съезде была, то есть, а там были злые люди, или палками пинались. Вкусно кормят, вот только что взяла себе поесть, и вкусный чай, и вкусная кашка. К сожалению, погода выдалась не слишком подходящая, но трасса подготовлена максимально хорошо для такой погоды. Среди лыжников нашлось немало представителей золотого возраста, которые своим задором могут дать фору даже молодому поколению. Я здесь уже не первый раз, я живу в этом районе, на Заневском проспекте, вот рядом. Завтра поеду в Орехово. Лыжи стрела, люблю. Катаюсь с детства, лет с 12, с 15. Эта гонка вот уже несколько десятилетий объединяет любителей лыжного спорта по всей стране. С каждым годом к ней присоединяется все больше участников. И 2019 не стал исключением. Ольга Казанцева, Елизавета Фролова, Борис Аксенов, Анна Мамиева. Специально для КАИНСАЙДЕР.